Оленеводы из 12 стран мира на следующей неделе приедут в Алтайский край для участия в 7-м Всемирном конгрессе. Около 300 специалистов уже в ближайший понедельник соберутся в Белокурихе, чтобы обсудить проблемы такой отрасли сельского хозяйства, как пантовое оленеводство и мороловодство. Как сообщает официальный сайт региона, конгресс будет проходить в течение 5 дней. О своем участии заявили представители Новой Зеландии, Мексики, Китая, Швейцарии, Канады и других стран. В рамках мероприятия они также посетят моральники Никольское и Каимское, познакомятся с производством процессом перерабатывающих предприятий Алтайского края.